Всем привет. Хотел обсудить следующий момент. Что делать, когда кроют вход в зону через борт? Ну, то есть, вот пример. Допустим, левый нападающий идет с шайбой. Соперник выстраивается так, что через борт не войти. Что делать в этом случае? Варианта два. Первый. Отдать защитнику можно назад, очень аккуратно, чтобы он не был перекрытым, только вот в таком случае, если, да, отдать защитнику, постараться выманить на себя соперника, то есть, чтобы один или два игрока соперника вышли на защитников и начать атаку. Второй момент – это вброс в зону. То есть, если в движении, то соперник начинает возвращаться, выстраивается вот так вот на синюю линию. Левый нападающий, то есть если он, допустим, ехал-ехал, но не стал врезаться сюда, въезжать в зону, он, допустим, сделал какой-то вираж, развернулся, приостановился и вернул, ну, чуть-чуть назад отъехал. То есть его тут не убили, но, по крайней мере, шайба сохранилась. Второй вариант входа в зону, это, допустим, делается пас на защитника. Нападающие тут делают какие-то такие виражи, ну то есть не чтобы не останавливаться вот так вот на синей и стоять ждать. Нападающие делают небольшой какой-то вираж, происходит, допустим, команда от меня вброс в зону, да, то есть защитник пересекает красную зону, нападающий уже на виражах, уже, так скажем, на небольшом разгоне уже есть скорость начальная какая-то. Все, защитник пересекает зону и делает по диагонали вброс либо сюда, либо сюда. И нападающие, так как уже они не с места стартуют, они уже имеют преимущество обогнать игроков, которые стоят спиной, во-первых, к шайбе, то есть двигаются задом. Они уже медленнее, пока они развернутся, пока то все, то есть есть шанс у нападающих, у наших, завладеть шайбой. И этот вброс в зону имеет шансы состояться. Но для этого нужны именно согласованные действия, что нападающие наши должны быть на скорости, на скорости. И фишка-то вся в том, что вброс должен происходить, должен делаться защитником. Не нападающими, а защитником. Потому что если два нападающих, то есть, допустим, вот ситуация, вот так вот. Левый нападающий делает вот так по диагонали вброс, а эти два пытаются эту шайбой завладеть. Да, есть шанс завладеть, но очень маленький. Как показывает практика, очень тяжело двум игрокам вот здесь вот с этой шайбой совладать. Не успевают они порой забрать. Поэтому будем отрабатывать вариант более такой агрессивный. Но тоже, опять же, нужны согласованные действия. Защитники должны страховать. И должен этот вброс должен происходить, то есть, ну, моментально. То есть вот мы попытались здесь шайбой зайти, да, не получилось, виражик делается, допустим, какой-то, делается пас на защитника, все, пошла команда вброс. Тут нападающие тоже не стоят, не тупят, немножечко разгоняются, все, пересек, вброс сделал. И на скорости тут же между защитниками фигачим за этой шайбой. Тогда есть шансы. Ну, то есть, вот, вместо того, чтобы пытаться здесь забуриться, варианта два. Либо откидываем назад шайбу и заново атаку сочиняем. Либо аккуратный точный пас на защитника, чтобы его вот этот игрок не обрезал. Четвертый, да? Пятый их игрок. Вот этот, чтобы он эту передачу не перехватил. Аккуратненько пас. Пересекаем и вброс. Ну, то есть, вот такая вещь.